Всем привет, с вами Арти и в эфире передача «Арт-позиции». Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы перенесемся на карту Энск. Будем рассматривать позиции только для стандартного боя. Поехали! Итак, верхний респ. Карта сама по себе очень маленькая, всего 600 метров, поэтому оставаться на респе ну никак нельзя, ведь любой шальной СТ или ЛТ может засветить вас в самом начале боя, поэтому сразу поедем занимать позицию. Здесь у нас несколько вариантов. Первый вариант — это ехать на квадрат А4. Отсюда у нас открывается прострел на зелень, респ врага, также в начале боя можно свестись на квадраты с К2 по К4, в надежде, что будет засвечена вражеская артиллерия или кто-нибудь займет бойницу. И еще есть один хитрый прострел, я думаю, не все про него знают, этот прострел в один из дворов в квадрате G2. С этой же стороны от респа можно занять квадрат А1, откуда у нас прокидывается опять же зелень, но не вся, а только верхняя ее часть и частично у ангаров, и первая линия, ради чего, конечно, в первую очередь стоит занимать эту позицию. Также мы можем поехать и в сторону зелени и занять самую стандартную позицию для арты, спокойно простреливать всю зелень, ЖД и небольшую часть города. Если враг прорвал зелень и направляется к вам, то перед тем, как принять смерть от снаряда врага, можно встать в эту нычку, которая известна, наверное, всем, и наказать напоследок того, кто к вам приедет. Если же исход заварушки на зелени будет в пользу вашей команды, то сразу же начинаем передвигаться за своими союзниками, прикрываясь при этом кустами, которых здесь с избытком. И отсюда мы сможем хорошо прокидывать город. Таким образом, с квадрата А1 у нас есть прострелы по первой линии, по нулевой линии, респ у врага и частично ЖД. С квадрата А4, G2, респ и тоже зелень ЖД. С нулевой линии мы сможем прокидывать большую часть карты. Идем дальше, нижний респ. Здесь все аналогично, как и с верхней. Едем на первую линию, только здесь аккуратно, чтобы не попасть в засвет, надо преодолеть опасный участок футбольного поля. Занять К1, откуда прострелы по первой линии будут, и по зелени. Также можно и остаться на футбольном поле, только прикрываться впереди стоящим домом. Но отсюда у нас будет меньше всего прострелов и, соответственно, целей. И как всегда, самая лучшая, но самая опасная позиция, так называемая зелень. Для первоначального отстрела не нужно ехать в самый угол, а можно занять квадрат К8. А дальше уже посмотреть и понять, стоит ли полагаться на союзников, что они сдержат фланг, или же убираться отсюда подальше. В успешном итоге занимаем квадрат К0 и простреливаем все, что находится впереди нас, а также часть города, и дальше следуем за союзниками вперед. То есть с квадрата К1 под обстрел попадает первая линия, респ врага и частично зелень с ЖД. С нулевой линии опять же практически вся карта и некоторые улочки города опять же не станут исключением. Энск не самая удачная карта для артиллерии, но найти место для себя здесь можно, хотя в некоторых случаях для этого вам придется скорее всего много переезжать. С вами был Арти, надеюсь, это видео вам было полезно, подписывайтесь на канал и до новых встреч.